Всем привет, с вами Румян, и сегодня мы будем играть в Mortal Kombat 9. Я его, она недавно только вышла, год назад, я ее недавно установил, полгода назад. И вот сейчас сел вчера играть. Поэтому давайте поиграем. Мы будем проходить... Скорпион. Нет, я не хотел выбирать Скорпиона. Давайте сейчас пройдет эта таблица, я перевыберу персонажа, потому что я не хотел играть за Скорпиона, потому что я за него вообще дико не умею играть. Мы начнем играть... Совсем за другого персонажа. Блин, почему так дико лагает FPS? Что происходит вообще? Плеер Селест, давайте выйдем из игры. На секундочку. И мы будем играть за злую рыжую бабу. Прям как моя соседка по парте. Ну, начнем, пожалуй, играть. Первый противник. Рейн, дождь. Интересно, что он может? Он может призывать дождь? Не знаю. Загружено. Кровища. Эффектное появление. Тоже достаточно эффектное появление. Ну давайте покажем ему, что мы можем. А можем мы многое. На, получай. Получай, на. Ух ты ж, какой злой. Ух ты ж. Он может плеваться. А как тебе такое, мразь? О, да он дерется. Так, у меня залагал джойстик. На, так умеешь. Вот. Финиш-хим. Я не умею финиш-химить. Что тут есть? Что мы можем сделать? Так, ну из логичных я вижу только вот это. Ну! Очень эффектная победа. Мы его побили. Да. Добивание, конечно, не из лучших. Соглашусь. Тупо ударили рукой. Но побили мы его хорошо. Кибер Саб-Зира. Поехали. Вообще, сейчас я буду пропускать все эти заставки. Давайте порассуждаем на тему вообще того, кто такой Саб-Зира. И почему он обладает такими способностями. Ведь фактически, как он пускает из рук лед? Вот. Ау. Это больно. Смотрите, вот у робота все это довольно легко объяснено. Я могу объяснить. На. Получай. Скотина. На. Финиш хим. У него трубки с жидким азотом. Сзади прикреплен баллончик. И во время боя он использует этот жидкий азот. Тем самым морозя людей. Угу. Блин, я уже поглядел и тут же забыл. Хорошая у меня память. Не понимаю, как я учу стихи и сдаю их на пятерки. Что очень странно для меня. Вниз-вниз 8. Ай, похрен. Еще одна победа. Почему мы становимся голубой? Мы меняем ориентацию? Это плохо. О, еще один робот. Сайрекс. Кибернетика вообще вся эта фигня. О, давайте заведем традицию такую. С этого выпуска. У меня сейчас с тобой только апельсиновый сок. И давайте я с ним вам и чокнусь. На счет три. Раз, два, три. Надеюсь, вы тоже чокнулись со мной. И... На! Ох, как он хорошо нас бьет. А что ты скажешь, если мы тебя... Если мы тебя вот так вот... Вот так вот. И вот так вот. И апперкот. Вот так. О! На! Ну что ж, он достаточно силен. Для... Зря я использовал хорошую атаку. Так, я ничего не умею. На! Давайте поглядим, какие у него нормальные фатальти есть. Кроме... Блудбэша.
есть у нас? Вот это нормальная боль. Бабалити. Нет. Make it rain. Давайте попробуем make it rain в следующий раз сделать. Вперед, назад, вниз, вниз, три. Скарлетт Йоханссон. Я уже какой-то... Третий это бой. О, Кано. Ну, давайте надерем зад и ему. Чуваку с кибернетической пластиной. Борода, вся эта фигня. Он похож на этого. Я не помню, как звали чувака, который в Deus Ex. О, там сзади мужики дерутся. Там Куан Чи вроде и Кабал. Я не особо разбираюсь во вселенной Mortal Kombat. На. Ах ты ж тварь. Лови, паскуда, тварь. Так. Еще раз поглядим. Make it rain. Вроде бы она называлась. Да. Вперед, назад, вниз, вниз, три. Ну... Нормально. Ничего. Отличное убийство. Главное, что мы победили. Где-то главное. Хотя само участие в турнире довольно интересная вещь. Как он вообще проводится? У Кабала руки все в каком-то дерьме. Мы тоже блоком будем ставить, парень. На. Ух ты. Вау, вау. Просто вау. Так, но он что-то слишком мощный. На. Ох ты ж, у нас X-Ray. Я постоянно уже сок пью. Главное не просрать его. На. Ну не умею я делать фаталити. Не умею. Смоук. Кстати, курение не убивает. Интересно, убьет ли нас Смоук? Но он же воплощение курения в этой игре. Так, ну ладно. Попробуем мою любимую стратегию. На. На. Ох ты какая! Эпическая атака. Давай, подходи-ка, подходи. Я заманю. Ты думаешь, ты меня загнал? Нет, это я тебя заманил. Чтобы сделать вот так. Ну! Вау! Ну я же... Так, спокойно. Мы начинаем проигрывать. Мы еще не проиграли. Но все идет к этому. Ау. Ну все, я тебя отомщу. Ну ладно. Так, ты уже подбешивать начинаешь. Мы еще раз победили. Давайте пройдем теперь. И эту. Как ее там? Я уже не помню. Так. FPS что-то начинает проседать. Дерево. Дерево, помоги нам ее победить. На. Бабы хорошо дерутся. Друг против друга. На. Ну, отлично. О. На, получи, люле. И да. Так, мы заработали брейкер.
На! Не успел ты комбо сделать. 12-хитовая комбо. Вообще, я делал за Скарлетт и 35-хитовый комбо. Но только я их не умею. Ну ладно, ну что такое? Почему у меня не получается фаталь? Где я вообще должен стоять? Может, надо стоять рядом с противником? И тогда все получится? Может быть. Давайте проверим это на Шансунге. Чувак, твой медальон скоро будет у меня. А, ты. Думаешь, тварь. Бить женщин нельзя. Эй, не бей меня. Ну, это... Офигеть. Я не понял, что я делал. Давайте попробуем еще раз. Но! Во, мы его бьем, я тут залип немного. Не надо! Блин, ну все, нам хана. Все, мы умер. Можно считать, что мы погибли, потому что... Все, это нереально. Он нас еще раз убил? Давайте убьем его, наконец. Попробуем. Тем временем у меня полностью закончился апельсиновый сок. На. Ау. Ау, деточка. Ау, вот я туплю. На. Ай. Да, на! Получил! Мы набили тебе морду! Ура! Мы наконец-то его победили! Горо! Лысый! Ну давайте погоняем лысого! Как бы это смешно ни звучало! Апперкотом его можно? Ау, он сильный! Ау! Ау. Ау. Но мы тоже урон нанесли ему. Так, ладно, давайте эту миссию проиграем. Заведомо ложно. На. Так, надо поглядеть, какие еще у нее есть мощные приемы. Ага. Туда-туда 2-8. Горовин. ну давай, поразминай руки. Потому что сейчас я надеру тебя зад. Просто дико надеру. Блин, я думал, я комбо сделаю. На. Не-не-не-не-не, я уходить начал. Только начал уходить. На. Ау, больно. На. Отлично. Тактика. Какая тут нахрен тактика? Мы просто его месим. Отлично, он применил X-Ray. И получил пиздец. Все. Ему хана. Да!
Скарлетт Йоханссон Винс. С какой? Со второй попытки? Шансунга было убить сложнее. Потому что я не знал тактику против него. О! Шаукан! Рестлер в коровьем черепе. Закрывающий свою пипичку. Каким-то платком. Давайте поглядим, на что он способен. А, ну тут я не сообразил. Ух ты. Ух ты. Как? Вот так. На. Ау. На. Ау. Больно. На. На. Получай. Давай. Лови. Лови. Ау. Ау. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Yeah! Finish fucking him! На! Сви! Ему ногою поебал! Плохо, бля, ударил! Еще, бля, поебал! На! Не мог не процитировать эту песню! Как его разрыло! Ой, у него паукан отлично бомбанул! Все, мы порвали паукан Шаукану! Она уничтожила Шаукана. Кончи магия. Что-то там, Outward. Когда шауканская кровь покрыла ее тело Скарлетт, она использовала новонайденные... Да что такое? Братство теней, войны... Короче, кровь, кровище, расчлененка. Головы. А вот и он, Куан-Чи. Вот, собственно, он. Мы за ним и хотели пройти. Но зачем было убивать Шаукана? Почему сразу не убить Куан-Чи? Неплохо, здесь сюжета дальше больше, чем в сюжетной кампании. 7.58. Longest Combo, 4 хита. Ага, всего заработали 420 момент. Ни одного фаталити. Получили 788% демага. Ни одной чистой победы. Проиграны раундов 4. Матчи проиграны 4. Быстрейший матч за 20 секунд. Ну, давайте на чем-то закончим. В принципе, это была вступительная часть по Mortal Kombat. Мы будем дальше проходить ее. Сюжетную кампанию я проходить не буду, так как там ничего интересного нет. Будем играть с друзьями, будем играть с подписчиками, если кто захочет. Ну, давайте на этом закончим. Все. Всем спасибо, что были с нами. Всем пока.